Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Эйонир. Эволюция, как всегда, не до конца. Она не получилась. Ладно, продолжаем прокачивать его. Денежка, денежку, я думаю, мы потом соберем. Сейчас она мне как бы ни к спеху, не горит. Давай-ка зайдем сюда. В инкубаторе у нас все чисто. Ежедневки, наверное, будем делать пока. Так, потратить еду. Сделку. Вот начнем со сделки, пожалуй. Снижает показатели атаки. Это фигня. Кетсу на еду. Вот это я поменяю. И считаю, что это нормальная будет выгода. Так, монеты на очки доверия не хочу. Повышает этот берсерк на 35 ДНК. Мало, слишком мало. Вы хотите за это все? Так, юрский, выбираем. Кого тут взять? Кого тут взять? Афиакадона? Или Раджазавра? Он стегозавра. Поменяем на баксы. Поменяем на баксы. 75 долларов нам в копилочку прилетело. Ну что, сделку мы сделали. Дальше у нас. Откройте набор карточек, это все понятно. Используйте ускорение, примите моды. Пойдем моды посмотрим. Нам нужны за деньги. Так, это у нас опять же эхо. Давай эхо что-нибудь нормальное мне подкинь, пожалуйста. Я даже не отказался бы от пака, но оно мне дает единство. Зачем я взял вот это? За 730... Ладно, фиг с ним. Редкие моды пошли. Пошли у нас редкие моды, и выпадает пронзающий укус. И последний. Последний раз мы крутим здесь и получаем мод отвлечения. Я думал, что все-таки дойдем до пака, но не дотянули чуть-чуть. Здесь забираем. Так, еду. Надо посмотреть, кого нам можно здесь... погоди-ка. Если я не ошибаюсь, у меня... Так, подожди-ка, по-моему... Да. Прокачиваем. Вот и все. Кайвикея у нас до 20 уровня прокачалась. Здесь забираем награду. Откройте набор карточек, это потом. Ускорение. Ну, ускорение мы обычно делаем вот здесь. Выводим первых попавшихся. Как говорится, на ускоряшке, да? Все это дело помещаем. Дальше у нас идет Гуаньлунь. Что-то он как-то дорого стоит, 12 баксов. Да, я его продаю. А Диплокаус. Этот 14 бакинских запросил. Поместить. Все. Задание это тоже выполнили. Еженедельные. Оп. Награды. Ну-ка. Так, мы получаем оазис и 75 тысяч еды. Давай сюда. Допустим. Что теперь? О, Карнораптор, друзья мои. Надо будет его, кстати, как раз-то и поставить на прокачку. Давай-ка мы глянем, сколько нам тут надо потратить. 46 долларов. И деньги жалко тратить, точнее доллары. А по заданиям? Белая мгла, без ограничений. Слушай, надо идти. Надо идти сюда. Архиотерий, Энталадон и опять же Архиотерий. И все они у нас степняки. А степняки у нас боятся чего? Конечно, боятся холода. Да, друзья мои, Смелодон у нас вывелся. Так, подожди, я не то делаю. Возьмем Смелодона и Синтетоцерас, наверное, да? Или Мамонта взять? Вот сиди теперь, думай, Рэй, кого взять. Я все-таки, наверное, возьму Келлинкина. Я возьму Келлинкина. Фиг с ним. Шерстистый носорог плюс Смелодон и Келлинкин. В принципе, должно довольно неплохо получиться. Ну давай, Архиотерий. Две атаки, молодец. Красавчик, ну что, похоронная дробь.
Подкрепляем. Готов. 153. Он, наверное, все будет сливать. ICA. Так, а вот это уже напряжно, потому что он все вот этому архиотерию передал. Ему надо будет потратить 3. О, смелодошечка. Сейчас-то ты с ним тут и разберешься. Ему крышка. Блин, прикольный. Слушай, прикольный смелодон, да? Выглядит так. Ну, как этот... Как их звать-то? Ой, что с моей памятью? Только не вылетай, пожалуйста, а? Зависла, ребят, игра. Нажимаю вот на продолжить. И ничегошеньки. Надо перезаходить. Угу, 40 ДНК. Да закрой ты это все, это мне не нужно. А почему здесь вот недоступно и недоступно? У вас должно быть соединение с магазином, чтобы купить это? Какое соединение с магазином? О чем вы, ребят? Соединение с магазином, зашибись. Так, ребят, $20 забираем. Дальше идет точка в доверии. И вот тут вдоль берега будет пак доступен. Ну что, мы с тобой не закончили задание. Поэтому продолжаем. Кто у нас тут? Эриматерий, две штуки, 25 и 29 ранг. И Элосматерий. Ну что я могу сказать? Гасторнис будет у меня здесь, это раз. Дальше я возьму, наверное, Индрикатерия. И возьму Мамонта. Вот такую вот комбинацию хочу проверить. У-у-у. Этому Эриматерию сразу крышка. Сразу же просто вырубаем. Все. Двигаемся дальше. Так, ну я думаю, что с этим мы справимся. Хотя он, наверное, поменяется. Да? Будет меняться или нет? Он не стал. А если ударим? Ах ты, Жульен, а? Ты посмотри. Он взял две защитки. Он взял две защитки. А если мы вот так? Ты серьезно? Ты сейчас все вот это передаешь на ЛС-материя? Ему надо будет 3 очка он потратит. 2 у него остается в запасе. Проверочка. 119 хп у него остается. В принципе, тут можно сказать, что ему хана. Потому что мой мамонт его добьет. Сам видишь, 314 к атаке. Он возьмет 2 защиты и 2 атаки ему в лицо. Все, ребят. Второй раунд тоже довольно отлично прошел. Ну что, предлагаю пойти на последний. Энтеладон, Арктодус и Архифицион. Тила Космила берем здесь, да? Против Арктодуса мы возьмем Паноктуса, а против Архиофициона мы возьмем Уртинотериума. Ну вот и все. Мы, кстати, с тобой делаем сразу же 2 задачи. Мы проходим Кенозойку. О, парень, тебе не повезло. Кстати. Ич. Просто один удар лапой. Такой медведь, да? Какие-то задние лапы короткие, передние слишком длинные. Какой-то нестандартный чувачок. Ух ты, жук ты навозный. Ты зря папочку злишь. Ох, зря. Мы вырубим его или нет? Мы его сделали. Ну что, Архиофицион, тебе же тут ничего не светит. Можешь даже не прыгать, не скакать тут. Я сделаю вот так вот. Сейчас я специально возьму Уртинотериума и звездану ему по полной программе. Ему будет неповадно. Вот посмотри сейчас. Смотри, смотри, что я делаю. Переключаюсь на твоих глазах и все сливаю в атаку. Вот и все, и до свидания. Как хорошо, когда победушка за нами. Так, ну а теперь рулетка, я так понимаю. И на этой рулетке чистый, ребята, рандом. Хочу сарказуха легендарного. А лучше пак легендарный.
Ну, конечно же, кто же может... Ну, нундазух, ребят. Кто еще может выпасть нам? Ярость мод 2. Это что такое у нас? Ярость мод 2. Тираннозавр мод 2. Без ограничений. Ох, ё-моё. Соблазнительно, конечно, но жестко. Еще зубастей. Пахигалозавр. Посмотри. На пятом уровне у него 4000 хп. Это ужас какой-то. Это что такое? Боссы? А что там за боссы-то? Омега 09. События уже закрыты. Нет, ну мы можем с тобой ДНК чисто заработать. Но нужны ли они нам сейчас в данный момент? Вот в чем вопрос-то. Так, откройте карточки, наборы. Слушай, нам надо пройти такое испытание, где есть карточки. А карточки у нас, знаешь, где? Тут, в могучих деньгах. И Дружь Земли. Дружь Земли, сам понимаешь, да? Лига выживших. Слушай, это продолжение, да? Индоминус Рекс в награду идет. Я не знаю, может быть, Ярость мод 2 попробовать пройти? Но как-то, мне кажется, будет сложно здесь. Могучие деньги я только для редких. А, вот, кстати, мы можем могучие деньги пройти. Давай попробуем, наверное, взять... Деплотатор справится? Наверное, вот этот есть только. Взять так и... Карнораптора. Попробуем. Деплотатор и Карнораптор. Сразу с атаки. Ну что, музыка куда-то исчезла. Где музыка? Почему я не слышу музыки? Ну этого ушатываем мы. Монолофозавр отдупляется. Афиакадон выходит. Это 40 уровня, вот так вот он выглядит. Зелененький такой переливается. Ну чистая ящерка. Тут нет, не взять. Все уничтожаем. Тут довольно легко. Так, опять засверлякал. Да что ты будешь делать-то, а? Как он мне, ребята, дорог. Вот серьезно говорю, он весь день сегодня сверлит, он не дает мне нормально поиграть. Понимаешь? Так, что, опять то же самое, что ли? Ну ладно, возьмем. Слушай, мне кажется, здесь, ну, Карнораптор будет просто за глаза и за уши. Я возьму Карнораптора, пожалуй, и вот Кулазуха. Все, они здесь должны будут справиться. Тут этого сразу с Афиакадоном мы врубаем с первой же плюшки. И монолофозавр нам ничего не сделал. У него 212 к атаке. Он пропустит ход, скорее всего. Угу. А мы вот так вот сделаем. И все, и я на следующем ходу я ему выбиваю все зубы. И ему будет очень плохо. Зачем он это сделал? Прогнулся, решил меня прощупать, типа, да? Получи, щупальщик. И переходим с тобой на последний поединок. Давай-ка глянем, что у нас тут. Тут два монолофозавра. Ну, что взять? Можно одного диплозуха взять или нундагозавра. Давай диплозухом. Его здесь одного будет достаточно. И вот диплотатора. Диплозух и диплотатор. Прикинь, у него 1074 к атаке. Он его вырубает, как вообще не знаю кого. Лоб. И вот этого тоже он вырубит. Хотя он пропустит ход, может. Давай-ка вот так проверим. Тут я его, короче, наколол. Я взял две к бонусу, две к атаке, да? А он взял две защиты, поставил. Оплошал. Ну что же, вырубаем. Очень даже круто получилось. Ну что, открываем пак. Могучие деньги. Ну, считай, по соточке мы заработали.
плюс 130 очков доверий. Забираем здесь награду. И здесь тоже. Значит, что нам остается? Принять ПВП-сражение. Три, друзья мои, ПВП-шки. Ну, три ПВП-шки мы можем здесь сыграть в легкую вот на... Дрожь земли? Да. Надо только посмотреть, мы с тобой на выжившие, да, находимся? Выжившие это... Ну, так, и Эламбия. Это не прямо днище Пеликанептерикса возьму, а Лангозавра и... Ну, кого? Ну, давай возьмем Стегоцератопса. Давай посмотрим вот такую комбинацию. Лига выживших. Ну, да, низко меня там сбросили. Сейчас посмотрим, сколько... Блин, время уже, ребята, почти 8 час. Он все сверлякает, блин, а? И вот так каждый день. Ну, давай я сразу начну с атаки. Блин, знаешь, что плохо? Что у него здесь два травоядника. Два травоядника, но уровни не очень большие. У нас Алангозавр есть, да? И Стегоцератопс. Ну, в принципе, должны выиграть. Не знаю, он будет меняться сейчас или нет. Меняется. Он меняется, 221 к атаке. И еще атакует. Слушай, ну это, конечно, было... Давай вот так вот сделаем. Я просто хочу посмотреть, что он сейчас будет делать. Атаковать он вряд ли пойдет. Ну, поменяется на Зухамима. И Зухамима мы с тобой просто уничтожим сразу же. Я тебе так скажу. Ну давай, давай, давай. Он ничего не стал делать, зря. Посмотрим вот так вот. Твою дивизию, ну посмотри, а. Ладно, я потерплю. Что ты там дергаешься? Меняется. Ну, вот это вот большая его ошибка, что он взял Зухамима. Если он хочет сейчас меня им... Понятно, короче. Ну что, Зухамима сразу уничтожаем. Зла, разводки вот так вот делаем. Это у нас мод 2, 74 к атаке. Ну, что он здесь делает? 4 очка действий. Как вот он распорядится ими? Скажи-ка мне на милость. Три тратит. Дело твое, парень. Я переключаюсь сюда. Раз, два. И вот так вот. Досвидос, Кальвадос. И Дейнахейр. Такой он безобразный, да? Дейнахейр этот. Но у него не такие когти, как у другого такого же, похожего. Помнишь, там такие когти, как сабли. Ну и все, вот он доигрался, друзья. У него здоровье на один мой удар. А я ему прописываю аж целых 8 ударов. Соответственно, мы его сразу же и отправляем к праотцам. То есть три поединка мы с тобой сыграем, заодно сразу выполним и задание. Так что... Сейчас посмотрим, куда мы еще перейдем. Так медленно продвигаемся, ребят. Это ужас какой-то. Медленное, медленное, конечно, идет продвижение. И нет, чтобы мне дать загадочный пак, они дают мне монеты. Так, ну что, я возьму Афиокамима, Тропиогоптера и... Спинораптора. Ну, чтобы у меня были все классы. То есть травоядный, летающий и хищный. Твою налево. Я все взял, кроме рептилии. А рептилия тут как раз и нужна. Мне кажется, этого будет достаточно здесь. Кого бы он сейчас тут не взял, никто не справится с моим спиннораптором. И по хпшкам, и вообще. Глупо. Это было очень глупо с его стороны. Поехали. Зухамим и Диморфодон, да?
Ну что ты, Зухамим, сделаешь? Ведь ничего не сделаешь. Пукнешь просто разочек другой и все. Ты же обделаешься прямо здесь. Прямо на этом посту. Ну давай ты уже ходи, господи. Он еще и ходить не стал. Проверим. Почему вот я специально, чтобы так делается, не понимаю я, а? Ну давай, 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 движения какие-то. Чё ты там стоишь, дергаешься-то, ёп, Макарёк. Ты думаешь, это тебе... Ага. Проверка. Все, до свидания. Диморфодон. 120 к атаке. Уже посерьезнее, да, получается? Но мне кажется, не хватит 5. Или хватит? Посмотрим сейчас. Если он 5. Сейчас проверим. Не хватило тебе. Ну что же, тогда смело уничтожаем его. Почти 9000 урона нанесли. Такой незрачный, да? Пучеглазый, а бомбит не кисло. Даже немножко косоглазый он. Но из выживших мы... Ты серьезно? Мы даже не перешли в следующую лигу. Просто на выживших остались. Зашибись. Да. Ну что, возьму Уинозавра, Эдиоморфодона и Нундегозавра. Надеюсь, у нас получится здесь что-нибудь. Хотелось бы верить. Но, в принципе, уже неплохо, ребят. Травоядника, конечно, надо бы как-то убрать в сторонку. Вот так попробуем. Тропья гоптеров будет брать. Давай на суд от Цератоп сходи. Блин, мне нравится вот этот вот его шипастый гребень, который у него там стоит. Оу! 560 к атаке. Это, ребят, серьезная заявочка. В принципе... Или как тут лучше сделать? Да, я, наверное, сделаю вот так. Девятьсот семьдесят восемь хп. Поменяемся здесь, да? И сделаем три. Раз, два... Нет, все сольем, наверное. Да, чтобы наверняка. Ну, давай. Выходи сюда на суд Тацератопс. 185 к атаке. 4 очка действий. 200 на 4, это 800. Он, кстати, может, наверное, прописать нам смертельную плюшку. Но он этого не стал делать. Я рискну. Риск оправдался. Но, правда, сейчас он целую, ребята, коллекцию передаст вот этому тропиогоптеру. Я имею в виду именно по очкам. Видишь, да? 7 очков действий. Это очень много. И 4 он сохранил за собой. Значит, мне нужно с Нундегозавра все перекидывать на Уинозавра. Только так. Сколько он будет сливать? 5. Все. Если он слил 5 очков действий, у Уинозавра его, конечно же, сейчас... Просто сейчас отметелит. Давай, родной, бомби. Заклевал, заклевал просто-напросто его. Еще и выкинул его за шею. Посмотрел четко на него, да? Вот, и нормально. Он мне напоминает чем-то кенгуру. Так же прыгает. Прикольный. Сейчас мы с тобой переходим уже в следующую лигу. Это лига охотников. Это всего лишь лига охотников.
Ну, два поединка отыграли, получается. Давай далее. Пока есть кем играть. Уэрхозавр, Топиелозавр и Таниколагриус. Хорошая командочка. Особенно Таниколагриус мне здесь больше нравится. А Уэрхозавр, сейчас посмотрим. Он, наверное... О! То, что... Подожди. Ну да, в принципе. Он взял Птерозавров. Это нам подстать именно под Уэрхозавра. Прям вообще замечательно заходит. На тебе. Скафагната как будто здесь и не было. Лаборинха тоже самое. Он сейчас тут сдуется, он ничего не сделает. Против Уэрхозавра. Я, кстати, представляю, если его прокачать до 20 или до 40 уровня, сколько он будет там иметь мощей. Это будет ужас. Ну давай, девчуля, ходи. Если ты девчуля, конечно. Он возьмет две, да? Нет, не взял он две защиты. И остается Гатс. Гатс, собственной персоной. Прилетел. В общем, победа здесь за нами. Безоговорочная победа. Ничего они здесь сделать не смогут. И Гатс этот. До свидания. Легче парень репы. Ну, серьезно тебе говорю, легче парень репы. Здесь бой был вообще с закрытыми глазами. Ну, просто у нас было классовое преимущество. Он взял трех птерозавров, а у меня как раз мощный антипод под них выпал. Ну, как выпал? Взял я его. Уэрхозавр. Тем более первым. И 120 ДНК. Не то чуть-чуть. Ладно. Апатозавр. Эдиум Морфодон. И... Ну, давай птеранодона возьмем. Фиг с ним, ребят. Я знаю, что апатозавр может за себя постоять тоже довольно некисло. Особенно если против рептилий будет драться. Вот, зухариптер, микропозавр, то, что нужно. Блин, ну вырубить не вырубим, да? К сожалению. Давай так сделаем. Я не знаю, кого он сейчас будет тут менять и есть ли ему смысл менять. Но зухариптер однозначно, он будет убирать его. Брать этого микропозавра. Вот это большая его была ошибка. Потому что я его сейчас просто разнесу. Причем с двух атак буквально. Зухариптер опять же прилетает к нам. Со своими двумя очками действия. Ну что он сделает, ребят? Да ничего не сделает. Поменяется только если на похит... Похит... Как тебя звать-то там? Я уже забыл. Пахицератопс, ну. Давай сделаем раз, два, три. И вот так вот. Две должно пройти, да. Две должно пройти. Естественно, вырубаем его. И пахицератопс, ё-моё. Чувствуется какие-то первоклашки. Пахицератопс. Не запомнишь же еще. Мне проще такие даются. Зухамим, там. Зухарапторы какие-нибудь там. Глиптодоны. Все, тут победа. Победа. Бонитозауры. Паноктусы. Которые легко запоминаются. Там, где язык надо коверкать, это как-то не по мне. Ну что, с 92-й переходим на 85-ю. Сразу мне напоминает черепашки-ниндзя, как мы там елозили долго. И я бы, конечно, лучше бы вместо 120 ДНК хотел бы получить 20 долларов. Мне как бы это было бы более приятнее. Ну что, берем Анкилодоку, Анраджастегу. Блин, Эламбия. Ее бы прокачать бы, эту Эламбию, если честно. Это же у нас, да, это у нас травоядник. Он на первом уровне, в принципе, довольно неплохо. Смотри, 691 КПшка и 324 к атаке. Это только на первом уровне, ребята. А вот это, кстати, Птеранодону сейчас не повезет. Ох, не повезет. Я его сразу вырублю. Потом появляется Топиелозавр, но мне кажется, он возьмет Траодона. Вот лично я бы взял. На самом деле, лучше бы я сдался, потому что здесь ему не выстоять против моей команды. Просто Анкилодок всех ушатает. Даже если он Траодона этого возьмет, мы и Траодона ушатаем. Я говорю, это не поможет ему.
И он, дурак, еще атакует. Не, чтобы в защиту стал. Я же тебе сейчас ушатаю, урою просто. Все. И опять же к нам приходит Топиалозавр со своими 113 атаками. Смешно. Обидно, что Раджастега здесь не поучаствовал. Просто, знаешь, мы его потратили. Мы могли бы так еще бы каточку зарулить. Здесь принцип, как в Черепашках-ниндзя. То есть надо брать одного сильного. Ну, тут, видишь, тут не угадаешь. А вдруг у него, мы возьмем с тобой одного сильного, да, травоядника. А он возьмет трех хищников. И все. И до свидос кальвадос будет. Поэтому тут вот как-то не прокатит на одном усиленном динозавре отыграть всю пати. Можно, вот как здесь, например, но шанс маловат, что тебе выйдет именно такая команда. Если бы мы как в Черепашках выбирали бы, с кем нам драться, то да. А тут нет, ребят, тут такая фишка не прокатывает. Что-то вылеты зачастили. Ну что, ребята, 50 баксов мне выпало. Я считаю, что это неплохо. 50. Блин, почему недоступно-то? Я вот это не могу понять. Что за бред? Ага. Открываем. Деньги, мясо, баксы, хищное растение. 95 очков доверия. В копилочку. Так, я вот это еще заберу. Нормально, сейчас нам что-то дадут. 100 очков доверия. Следующая награда будет у нас вдоль берега. Вдоль берега, друзья. Так, ну ты видишь, да, мы уже почти 59 уровень. А благодаря чему? Я думаю, ты догадался, да? Смотри, как мы тут расширились. Я еще поставил сразу две, ребят, на расширение. И я даже еще вот так вот сделаю. Пускай будут три. И нам 100%... А, кстати, максимальный уровень здесь почему-то 64-й, я так посмотрел, да? Если посмотреть вот здесь вот уровень, то здесь заканчивается на 64-х. Понимаешь? Вот так вот. Ладно, мы отвлеклись чутка. Давай-ка продолжать. Битва. Последний, друзья, поединок на сегодня у нас получается здесь. В нашем маленьком юрском мире. Ладно. Последний это последний. Птеродактиль, Индоминус Рекс и Аморгозавр. Кого нам там дадут? Пара зауролов, уэрхозавр. Ну, здесь, друзья, в приоритете у нас, конечно, Индоминус Рекс. Но мы можем и здесь птеродактилем неплохо бомбануть. Так я, пожалуй, и поступлю. Хлоп. И все, пара зауролов готов. Выходит уэрхозавр. Пропустит ход? Нет, все-таки разочек бомбанет. Но он в курсе, что он зря это вообще сделал. Все. Смотри. Тут не обсуждается, друзья. Тут не обсуждается. 1443 к атаке. С лихвой перекрывает его ХП. Даже если он возьмет сейчас защиту. Даже если он две возьмет защиты, мы его все равно пробьем. Но он тратит очки действий. Получается, раз, два. Вот так вот. До свидания, парень. Ну, а Моргозавр, по-моему, еще слабее. Да, ребята, еще слабее. У него 94 к атаке идет. Не знаю. Тут никак ему не выкрутится. Блин, слушай, Индоминус вообще крутой чувак, на самом деле. Но там есть, по-моему, еще какая-то... Индоминус, если его прокачать до 40-го, там, по-моему, еще есть одна эволюция. Там вообще какой-то... Он черным там становится, по-моему, если не ошибаюсь. Я могу ошибиться. Можете меня поправить в комментариях. Так, ну что, ребята, мы переходим с вами на... Очень медленно двигаемся. 73-ю позицию. 73-ю позицию. Это вообще ни о чем. Это три ступеньки пролетели. Блин, вот... Да, конечно, хотелось бы получить пак.
но не получаем. Ну что, друзья, динозаврики у меня закончились, ежедневки мы с вами сделали. Заказы у нас тут есть. Смотри, 37 баксов, а как раз у меня здесь 37. Хе-хей. Давай тогда здесь, наверное, кого-нибудь поставим выводиться. Тираннозавр. И все, боже, у меня легендарок нету. Ладно, пускай выводится тираннозавр. Тринокромерума, может быть, поставить. Да и все пока, ребята, потому что там уже немножко долларов осталось. А вдруг нам понадобится, пригодятся они где-нибудь еще. Сыграть там в поединок или еще что-нибудь. И потом будешь кусать локти. Где мне взять баксы? А так хотя бы на пару боев хватит, а может быть, на рулетке ты еще где-нибудь там и подтянешь. Такс, пеликанимим и аэротитан. Хранилище образцов. Пеликанимим и аэротитан. Это когда у нас места не было, я убирал эти образцы обратно туда. Сейчас, как ты видишь, все у нас хватает, и поэтому я их обратно сюда выставил. Ну что, друзья, а на этой ноте я буду, пожалуй, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!